Всем привет! Вы на канале Крушим Фэмили. Сегодня поговорим про поставки по ФБС на Озоне. Будут тайм-коды, так что можете переключать в зависимости от того, на какой вы стадии находитесь. Шаг номер один. Добавляем свой склад. Заходим в логистику. Нажимаем добавить склад. Реал ФБС — это когда вы сами везете прямо до покупателя свой товар. Обычно выбирают ФБС. Обычно ФБС — это когда вы на пункт выдачи заказа отвозите товар, и уже Озон довозит самостоятельно до покупателя. Нажимаем далее, выбираем ФБС, нажимаем далее. Пишем название. Какой-нибудь адрес. Я пропишу вот такой вот. Автоматически заполнится индекс. Пишите свой номер телефона. Тип товаров. Если у вас обычные товары, то ставите галочку «Обычные товары». Если крупногабарит, то товары со специальными условиями доставки. Рабочие дни. Так как вы начинающий селлер, скорее всего, вы будете работать и по субботам, и по воскресеньям. Но если вы не хотите, то, соответственно, убирайте эти галочки. Я проставлю. Настроить праздничные дни. Также проставляйте, когда вы будете работать. Работаете ли вы 2, 3, 4, допустим. А допустим, 7 не хотите работать, тогда не оставите галочку. Все остальные можно выбрать, можно не убирать. Смотрите сами. Далее. Время на сборку. Я рекомендую все-таки, чем больше, тем лучше, на первое время хотя бы один день поставить, чтобы у вас день был в запасе на сборку товара. Дальше можно установить ограничения. Сколько лимит на день можно собирать товаров. Ну, так как вы начинающий, скорее всего, у вас будет без лимит. Далее добавить метод доставки. Выбираем. Курьер Озон, либо самостоятельно. Ну, тут как, кому удобнее. Либо курьер Озон вы отдаете, но за это нужно доплатить. Либо выбираете самостоятельно и самостоятельно довозите. Далее на карте примерно плюс-минус смотрите ближайший от вас пункт выдачи заказа ПВЗ. Ну вот я выберу вот этот. Отгружать здесь. Выбран. Нажимаем далее. Так, здесь уже сами можете почитать. Тут, в принципе, ничего ставить не надо. Хотя можете потом и проставить, когда у вас будет много заказов. Там отдельные есть пунктики для удобства. И сохраняйте метод. Все, склад у вас добавился. Шаг номер два. Заходим в карточку товара. И вот, допустим, у меня готово к продаже. Есть один товар. На складе Озон 0, на моих складах 0. На моих складах нажимаем сюда. Выбираем нужное количество, сколько у вас на складах находится. Выбираем склад. И нажимаем сохранить. Все. У вас уже через примерно 20-30 минут появится товар на Озоне, на сайте Озон, и будет указано, что его можно купить по ФБС. Шаг номер три. Смотрите, допустим, у вас кто-то заказал по ФБС ваш товар. Вам либо в предложении, либо на почту придут уведомления, что ваш товар заказан. Когда мы проходим во вкладку «Заказы» с моих складов и видим, что да, товар какой-то у нас заказали. Нажимаем кнопочку «Собрать заказ», если вы, конечно же, сейчас уже в состоянии уже собрать этот заказ. Нажимаем. Ожидает отгрузки. Дата отгрузки 3.01.2022 год. Сейчас 30.12.2021 год. То есть здесь уже смотрите по дате, когда нужно будет отгружать. Здесь раньше отгрузить, либо позже не получится. Нужно отгружать вот в эту именно дату, поэтому будьте внимательны. Ну, а мы приступаем к следующему этапу, получается к четвертому. Это собираем именно физический заказ. Это я тоже вам сейчас покажу. У меня заказали один мусорный пакет. 45 литров серии «Чистяк». Мне нужно на этот товар распечатать маркировку, то есть штрих-код. Как это делается? Заходим в товары. Продажи. Смотрим, вот он у меня. Скачать штрих-код в PDF.
для печати штрих-кодов. У меня принтер, термопринтер. Позаботился. Так, ну пускай будет project. Баркод. Сохранить. Открываем. Нажимаю Ctrl-P. Выписать, говоря, принтер. Так стоит. Так, задаю настройки. Не включен. Сейчас, секундочку. Отлично. Еще раз пробую. Вот он появился. Настройки, параметры. Нажимаю применить, печать. Вот у меня напечатался вот такой штрих-код. Этот штрих-код я клею непосредственно на сам товар. Если, конечно, можно клеить на сам товар, потому что бывают такие товары, как, допустим, у меня интерьерные собачки, на которых штрих-код не клеится. А на этот пакет можно клеить. С него не убудет. Берем и заклеиваем штрих-код, который сам непосредственно на пакете, чтобы он тоже здесь не мельдешил. Чтобы по ошибке его не считали. Давайте немножечко там больше. Все, наклеили. Далее нам нужно сделать под него коробку. Так как я начинающий селлер, то коробку, я думаю, покупать мне не стоит. Я лучше сделаю ее самостоятельно вот из такого вот картона. Как, кстати говоря, делать коробки, это отдельный квест. Если хотите, могу записать отдельный ролик. Что ж, коробку я сделал. Теперь я кладу товар в коробку. Товар упакован в коробку. Теперь я еще раз дублирую штрих-код на коробку. То есть и на товар, и на коробку. Печатаю еще раз. Так. Так, настройка. Угу. Печать. Аккуратненько клеим. На товаре и на коробке. Кстати, забыл добавить. Есть максимальные и минимальные размеры товаров. И эти размеры можете прочитать вот на экране. Ладно, это мы закроем. Следующий шаг. Нам нужно стретч пленку. Запечатать эту коробку. Берем белую стретч пленку и оборачиваем эту коробку. Кстати говоря, коробки упаковываются стретч пленку, но я не помню, как, не знаю вернее, каких размеров. Лично я все коробки свои упаковываю стретч пленку белую. А пакеты, обычные пакеты, курьерские, не надо никуда упаковывать, их просто так сдаете. Ну, честно говоря, по упаковке встреч пленку более точной информации я сказать не могу. Лично я все свои коробки в нее упаковываю. Когда упаковали товар встреч пленку, еще дополнительно оберните края скотчем, чтобы встреч пленка не размоталась. Нажимаем распечатать маркировку. Выбираем размер. Мне здесь все уже забито. Она будет большая. 75 на 120. Нажимаю печать. Вот она у нас распечаталась. Вот так вот выглядит. Не видно. Далее берем, отрываем эту наклейку и уже непосредственно на товар, не на товар, а на коробочку наклеиваем аккуратно. Все, наклеили и везем числа, такого числа, который у вас указан, на ПВЗ, который вы указали. Продолжу записывать ролик
3 января 2022 года, уже получается в следующем году. Это была первая часть гайда отгрузки товара по ФБС на Озон. Ну а спонсором этого ролика является мой магазин, представленный на разных маркетплейсах. Ссылка на ассортимент в описании.